жена Марьянова выйдет замуж после его похорон. В минувшее воскресенье, при пока невыясненных обстоятельствах, скоропостижно скончался известный актер Дмитрий Марьянов. Почему могла произойти трагедия? Разбирались корреспонденты. История, с одной стороны, темная и мутная, а с другой кажется абсолютно логичной. С физиологической точки зрения организм Марьянова был абсолютно истощен, будто он намного старше, чем есть на самом деле. В эту конечную точку актера привел неправильный образ жизни, но по судьбе ему и так предназначен не слишком длинный кармический путь. Карты показывают, что Дмитрию было отпущено всего 50 лет, и даже если бы помощь была оказана оперативно, актер все равно не прожил бы долго. К скорой помощи, конечно, есть претензии, но тут сыграли роль именно технические накладки. За такой краткий срок Дмитрия невозможно было спасти. Рассказал о таролах ясновидящая Марьяна Абравитова. По ее словам, в последние месяцы жизни карты показывают Марьянова человеком, который не может найти себе места. Он явно был чем-то обеспокоен. Не было ни внутренней гармонии, ни упорядоченных действий. К сожалению, вижу, что он пьющий человек. И с алкоголем уже давно на «ты», сказала она.